В Апатитском и Кировском плавательных бассейнах в самом разгаре ремонтные работы. Какие новшества порадуют посетителей и когда начнется новый сезон в нашем следующем материале? На ремонт в Апатитском бассейне планируют потратить свыше 1 000 000 рублей. На эти деньги в мужской раздевалке будет проведен капитальный ремонт. Снимут пол, сделают гидроизоляцию и многое другое. В зале, где чаша, поменяют старые радиаторы отопления на современные. За 340 тысяч приобретено специальное спортивное табло. Ну, если вы раньше бывали в наших соревнованиях, то всегда видели, по краям дорожек стояли люди с секундомерами и замеряли результат, который показывал участник. Теперь мы приобрели новое табло, на котором будет отображаться фамилия участника, место и время, которое он занял в результате заплыва. То есть часть функций судей теперь будет выполнять электроника. Помимо прочего, в некоторых помещениях заменят окна, двери. Гардероб порадует посетителей косметическим ремонтом. Двери для любителей поплавать бассейн распахнет с началом отопительного сезона. В Кировском «Дельфине» тоже идут ремонтные и профилактические работы. Обновятся душевые, раздевалки. В самой чаше проходит сейчас затирка дна и бортов. Реставрируют мозаичное покрытие. Окончание мы планируем, потому что там два договора. Одни будут работы закончены к 1 августа, где-то в начале августа. Другие будут продолжаться, наружные, ну, дальше. Мы планируем где-то в начале августа запустить чашу. Если все подрядчик выполнит свои, как бы, сроки, будут выполнены и прочие моменты. Если все пойдет по плану, то «Дельфин» начнет свою работу уже в августе. По словам руководителей и Апатитского, и Кировского бассейнов, в текущем году плата за посещение расти не будет.